вами круиз закончится, и мы покинем теплоход «Капитан Пушкарев». И для нас этот круиз уже станет прошлым. А прошлое, как известно, оно не возвращается. Будь то детство, юность или первая любовь. Поэтому я предлагаю вам стихотворение Андрея Дементьева, которое звучит каждую субботу по радио России. Никогда ни о чем не жалейте вдогонку, если то, что случилось, нельзя изменить, как записку из прошлого, грусть свою скомков, с этим прошлым порвите непрочную нить. Никогда не жалейте о том, что случилось, и о том, что случится, не может уже, лишь бы озеро вашей души не мутилось, и надежды, как птицы, теплились в душе.